зеркала снова работают. Вернитесь в свой кабинет как можно скорее. Вам нужно услышать сообщение целиком. Встретимся там. Это доктор Кальвино. Что такое? Я болен. Сам не свой. Пожалуй, я сегодня не выйду на смену. Ладно, мне закончить этот набор. Я изготовила чертову прорву стекла. Набор? Я не могу вспомнить. Вы попросили меня создать новый набор. Вы, наверное, не так поняли.
понравится, что я скажу. Ты должен уничтожить Талос-1. Разработки, Тифонов, вообще все. И себя. Ужасно, знаю. Но ты видел, что могут эти твари. Они часть тебя. Одна клетка на Земле. И всему конец. Мне жаль, но иначе нельзя. Январь объяснит тебе, как запустить самоуничтожение. Алекс попытается помешать. Он не любит проигрывать. Слишком горд, чтобы вернуться к маме с папой, поджав хвост. Дело за тобой. Удачи. Она понадобится. Выполнены. Любопытно. Мне доступны новые директивы. Программу самоуничтожения Талоса запускают два ключа активатора. Первый у вашего брата, второй у вас. Алекс уничтожил ваш ключ, но вы спрятали в хранилище данных схему для его изготовления. Вам нужно ее получить. Ключом Алекса займемся позже. Морган, Тифоны расползаются по станции. Вам нужно опередить их и вашего брата. Этот пропуск даст вам доступ к главному лифту и лабораториям. Главный лифт – самый быстрый способ попасть в хранилище данных. Далее. Вы попросили меня добыть другие нейромоды. Я это сделал. Удачи, Морган. Я создан, чтобы помогать вам. У меня есть и другие инструкции, но для доступа к ним вы должны найти оба ключа активатора. Вспомнить.
пропусками. Наверное, не так поняли. Вы лучше не трогайте мою аппаратуру, пока меня нет. Видите ли, вы оставили мне сообщение. Я бы этого и не делала, если бы вы не... Нет, конечно. Я помню. Просто сейчас это не важно. Это не важно? Поговори... Здравствуйте, Морган. Нам пора поговорить. Я Декабрь. Моя задача — помочь вам бежать с Талоса-1. Я знаю, что у вас провалы в памяти, но вы оставили инструкции на тот случай, если тифоны выберутся на свободу. У Алекса есть спасательная капсула. Вы сделали копию его ключа и спрятали ее в отделе нейроботов вместе с припасами. Я отмечу координаты на вашей карте. Я выйду на связь, когда ключ будет у вас. Это доктор Гальвино. Что такое? Я болен. Сам не свой. Пожалуй, я сегодня не выйду на смену. Ладно, мне закончить этот набор. Я изготовила чертову прорву стекла. Набор? Я не могу вспомнить. Вы попросили меня создать новый набор. Вы, наверное, не так поняли. Вы лучше не трогайте мою аппаратуру, пока меня нет. Видите ли, вы оставили мне сообщение. Я бы этого и не делала, если бы вы не... Нет. Психотроники небезопасно. Что тебе тут нужно? Завтра.
пожалуй, я сегодня не выйду на смену. Ладно, мне закончить этот набор. Я изготовила чертову прорву стекла. Набор? Я не могу вспомнить. Вы попросили меня создать новый набор. Вы, наверное, не так поняли. Поговорим об этом завтра. Использование психоскопа обязательно.
технология на Талосе-1 после нейромодов. Сканируйте Тифонов с его помощью. Знать, как они устроены. Кстати, это ваше изобретение. Использование психоскопа обязательно. Замысел, Морган. Пришлось потратить 3 года твоей жизни, чтобы научиться тому, что умеют они. Ты просто этого не помнишь. Могут быть и другие непредвиденные последствия. Я не хочу, чтобы вы...